Только с начала текущего года к административной ответственности привлечены около 2500 велосипедистов. В двух дорожно-транспортных происшествиях есть пострадавшие. Само количество уже впечатляет. И это несмотря на существующие штрафы и другие меры регулирования. За нарушение правил дорожного движения велосипедистами предусмотрена ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. В случае, если велосипедист находится в состоянии опьянения, санкция предусматривает штраф в размере от 3 до 5 базовых величин. К сожалению, велосипедиста вряд ли можно лишить права управлять транспортным средством. А некоторых нарушителей штрафы и вовсе не пугают. И они продолжают спустя рукава относиться к собственной безопасности и безопасности других. И это все вопреки тому, что велосипедист – один из самых уязвимых участников дорожного движения. Поэтому последствия ДТП с их участием зачастую трагичны. Особенно остро стоит проблема велосипедист-водитель или велосипедист-пешеход. Но, как показывает практика, если все стороны дорожного движения соблюдают предписанные правила, то обычно никаких несчастных случаев не происходит. Проезд перекрестков на велосипеде, движение по проезжей части в отсутствие велодорожки при наличии велодорожки по велодорожке. Уважать в первую очередь водителей и пешеходов, всякие же есть нюансы, так сказать. Со мной этого не судья. Я говорю, есть же все обозначено. Есть светофор, есть. Да нет, сейчас водители вообще у нас, вообще в Бресте водитель у нас, как и по правилам. И я, нет, со мной такого не было, и я считаю, что, наверное, и нет. Может, где-то конфликты какие-то и возникают, но... Основные правила безопасности поведения на дороге просты. Перемещаться на велосипеде только по установленным зонам, в случае их отсутствия по тротуару, не мешая прохожим. Пересекать проезжую часть, спешившись. Все это простые истины, однако взрослые люди иной раз, как дети, делают что-то рискованное, не задумываясь о последствиях. Дорога не шутка, а правила, к сожалению, написаны горьким опытом. И это стоит помнить всегда.